Здравствуйте, с вами Алексей Сапачевский. Сейчас я хочу немножко поговорить о чоп-блоках и даже, возможно, кого-то удивить. Ну, для начала, для тех, кто вообще не знает, что такое чоп-блок, не буду рассказывать сейчас подробно. В описании под этим видео ссылки на плейлисты и на видео, где показывается, что такое чоп-блок, теми накладками, которыми он обычно делается. Длинными шипами без губки, антиспинами. И так далее. Вот. Но для тех, кто знает, что такое чоп-блок, и, наверное, думает, что чоп-блок делается только этими типами накладками, вот вас-то и хочу немножко удивить. Так как, я думаю, не все знают, что чоп-блок может делаться, в принципе, вообще любым типом накладки. В том числе и, например, его можно делать хоть Tenergy 05 на основании Butterfly и Mizutani Super ZLC, которая по скорости его в плюс. Да, я не шучу. Я настолько не шучу, что даже сейчас продемонстрирую реальные игровые записи. Ну, просто мне случайно смотрел эти записи, попались чоп-блоки, подумал, хорошая тема для видео, показать, что и вот этим можно их делать. В общем, смотрите, игрока международного уровня, который играет Mizutani Super ZLC с Tenergy 05, и который в игре применяет чоп-блоки. Ну, на самом деле, если потом присмотритесь, то увидите, что он не единственный из серьезных нападающих игроков с гладкими, применяет чоп-блоки. А может, потом и себе в арсенал это дело возьмете. Как бы, делать можно чем угодно, главное, чтобы руки из нужного места росли. Дело эффективное. А теперь смотрите, что такое чоп-блоки Tenergy на Mizutani Super ZLC в исполнении чемпиона Узбекистана и участника Олимпийских игр Захида Кенжаева.
We'll be right back.